Вы кореец на сколько процентов? Я на 50% кореец, на 50% украинец. Давайте так возьмем. Потому что... Папа кореец. Да, но тут я не из-за этого. Гены генами, я родился в Николаеве. То есть я в 91-м году родился в Николаеве. Хотя отец воспитывал меня в восточном стиле, то есть и все, что это происходило, было оттуда. А любовь к Украине у меня от мамы. Мама из-под Тернополя. Какое сочетание? Как эти крови у вас уживаются, скажем?